Где же ты, малыш? От меня не спрячешься. Бу! Я тебя все равно найду. Здесь я долго прятаться не смогу. О! Хаги-ваги! Где же ты? О нет! Она уже рядом! Да открывайся же! Вот ты и попался, малыш. Пожалуйста, не надо! Пойдем со мной. Мне капец! Ух, дверь открылась! Я спасен! Ю-ху! Ники, врубай музыку погромче! Можете делать все, что захотите, в доме Ники нет правил! Ю-ху! Вот такой подход мне нравится! Ники, что здесь происходит? Уйди, пап, не мешай нам отдыхать. Быстро, все ушли. Быстро! Ну вот, опять. А я думала, мы круто проведем время. Да, трэш, а не тусовка. Папа, блин, ты все испортил! Я? Да вы посмотрите, какой вы бардак тут сделали! И че? Мы веселились! Все, хватит с меня! Если я не могу с тобой справиться, я найму тебе няню! Опять? Ты забыл, что я сделала с прошлыми? То есть последняя няня не сама себе ногу сломала? Да, и что? Она мне не нравилась! Я найду такую няню, которую ты будешь слушаться! Ничего у тебя не выйдет! Это мы еще посмотрим. Марш в комнату! Да ну тебя! Ты меня не любишь! Папа все только портит! Меня так никогда не будут считать классной в школе! Только ты, Хаги-Ваги, меня не бросаешь! Не кричи! Не кричи! Ты живой! Ты живой! Только не трогай меня! Тихо! Я тебя не обижу! Я тебе не верю! Ты же опасный! Неправда! Я на самом деле добрый! Добрый? Ну конечно! Не выдавай меня! Пожалуйста! Можно я у тебя останусь? Можно! Но зачем тебе это? Я прячусь от мамы Long Legs! Если она меня найдет, то мне крышка! А вдруг она зайдет в дом? Тогда и мне хана! Не беспокойся, она не сможет зайти в дом без приглашения. Ты уверен? Я очень на это надеюсь. Но ты же меня не выгонишь к ней? Пожалуйста, пожалуйста! Ну ладно, можешь остаться. Только больше меня не пугай. Спасибо. Так, посмотрим, что тут у нас за анкеты прислали няни. Это нет. Это уже была. А это милая. Значит, и одного дня не выдержит. А это что? Ники уже свои вещи по моему кабинету разбрасывает. Фух, надо успокоиться. Пойду выпью чайку. Фух, наконец-то. Думала, разучилась это делать. Хаги-ваги, где ты? Я иду к тебе. Где же ты спрятался? Ау, я найду тебя, малыш. Добрый день. А вы кто? Я... Вы по объявлению. Няня, да? Да. Я, конечно, говорил всем анкеты отправлять, но вы так сразу пришли. Я просто... Хотя так даже лучше. Может, хоть у вас получится справиться с моей дочуркой? У меня?
Конечно, получится. Ники, иди сюда. Что, пап? Знакомься, это твоя новая няня. Синди. Да, Синди. Надеюсь, вы хорошо проведете время, а мне как раз пора на работу. Пока. До свидания. Ну, привет, Ники. Только не ты! Иди сюда. А-а-а! Ты меня не достанешь! Хи-хи-хи. От меня не сбежишь. Интересная комнатка. Сколько всяких странных штучек. У меня такой не было. А это что такое? Как оно действует? Поломалось. Ну ничего, сейчас починим. Вроде все. Сейчас проверим. Вау! Хотел просто починить, а сделал оружие, которое превращает зло в добро. Класс! Хаги-ваги, нам хана! Что случилось? Мами здесь! Она ищет тебя! Только не это! Я вас слышу! Вот вы и попались! Не трогай нас! Отдай мне хаги-ваги, и я тебя не трону! Я тебе не верю! Ты нас обоих утащишь! Что же делать? Что же делать? Вам не сбежать от меня. Точно! Что это? Наше спасение! Ой, чего это я? Простите, детишки, вы, наверное, испугались. Что с ней случилось? Ха, всего лишь сделал доброе. До сих пор не могу поверить, что ты стала доброй. Я теперь самая лучшая няня на свете, поверь мне. Фу, а есть что-то повкуснее? Нет, нужно есть полезную еду, вкусняшки после. Капец, ты ж вроде добрая, дай что-то другое. Вот именно, я добрая и правильная, поэтому нужно кушать это. А где Хаги-Ваги? Он будет жить у меня в комнате. А почему он на обед не пришел? А вдруг папа его увидит и в обморок шмякнется? Не-не-не-не-не, пусть лучше в комнате сидит. Значит, отнесу ему еду туда. Фух, ушла. Сейчас поем. Решила меня провести? Ну нет. Блин, ладно, в школе поем. Дурацкая нянька. Ребята, а кто вам нравится больше? Хаги-ваги или мами лонг-легс? Пишите в комментариях. Хаги-ваги, а где же ты? Прячешься? Ха! Никого. А может за шторой? Попался? Да где же он? Неужели он вернулся в игру и оставил меня одну? Смотри, куда наступаешь! Прости, а ты чего вообще под кроватью сидишь? Мне там как-то привычней. А ты не против? Я буду жить у тебя под кроватью. Живи, конечно, только больше так не пугай. Ну вот, рюкзачок для Ники в школу собрала. Ники! Да что еще? Мне вообще-то в школу пора. Вот именно. Поэтому я тебе собрала рюкзак. Держи. Что? Серьезно? Это какой-то кринж. Я с таким в школу ходить не буду. Как это? У тебя есть другой рюкзак? Нет, конечно. Я хожу с этим. Но туда даже ни один учебник не влезет. Так я и не ношу учебники. В смысле не носишь? И вообще, учеба для лузеров, а я крутая. Ну нет,
Теперь я твоя няня и буду следить за твоей учебой. Не буду я с этим ходить. Я сказала, будешь. Или ты хочешь, чтобы я разозлилась, а? Нет, я все поняла. Пока. То-то же. Ой, привет, Ники. Ага. Ой, приветик, Дрейк. А, может, выпустишь меня? Ага, ой, сори. Эй, Ники, тебе кто разрешал с моим парнем разговаривать, а? Ну, мы же просто поздоровались. Ты даже смотреть в его сторону не имеешь права, поняла? Поняла. Вы только посмотрите, что она притащила. Так ты теперь еще и ботанша? Ники, лузерша. Неправда, у меня просто сумочка порвалась. Пришлось взять рюкзак. Да, конечно. Так мы и поверили. Ботанша. Я не ботанша. Да? Так докажи. Мне тут девочки говорили, что ты устраиваешь крутые вечеринки. Ага, только ее отец обломал все веселье. Так пусть еще раз устроит вечеринку, и чтоб папаша не мешал. Я не могу, за мной теперь смотрит няня, а она не разрешает. Кто? Няня? Вы это слышали? За малышкой Ники смотрит няня. А сопельки она тебе не вытирает? Неудачница! Теперь со мной точно никто не будет дружить. Еще и картошка закончилась. О, картошечка. Блин, пустая. А может, у Ники еще есть? Я неудачница. Ники, что с тобой? Отстань. Неужели она так расстроилась из-за картошки? Значит, пойду и куплю еще. Я вернулся. Смотри, что принес. Ты где это взял? Купил, чтобы тебя обрадовать. Спасибо, конечно, но я не из-за этого плакала. То есть ты есть не будешь? Буду, конечно. Просто меня все в школе считают лузершей и издеваются надо мной. Я даже с уроков сбежала. Но ты точно не лузерша. Ты самая крутая девчонка, которых я только знаю. Видимо, ты мало знаешь девочек. Ники, ты дома? О нет, она сейчас узнает, что я не в школе и накажет меня. Беги, прячься, быстро! Куда же спрятаться? Она уже идет. Я вижу тебя. Капец! Может, хоть тут меня не найдет? Я знаю, что ты здесь. Да что ж такое, блин! И чего ты от меня убегаешь? Блин, попалась! Ты что, сбежала с уроков? А ну быстро в школу! Нет, я туда больше не пойду! Нужно учиться. Там надо мной все издеваются! Издеваются? Кто? Ники лузерша. Ботанша. За малышкой Ники смотрит няня. А сопельки она тебе не вытирает. В общем, вот. Теперь я для одноклассников лузерша и ботанша. Они просто глупые. А ты больше с уроков не сбегай. Иначе накажу. Я больше вообще теперь в школу не пойду. Тебе просто нужно с ними подружиться. Так ты разрешишь устроить вечеринку? Нет, конечно. Но так они и дальше будут считать меня ботаншей. Пусть думают, что хотят. Но отныне ты будешь хорошо учиться. И никаких гулянок и вечеринок. Но... Я все сказала. Капец. Теперь я точно устрою вечеринку. И никакая нянька мне не помешает. Что тут за бардак? Хорошо, что у меня есть супер руки.
Ну вот, почти порядок. Няня, там это, как его там? Что? Что случилось? Там туалет забился, сейчас весь дом затопит. О нет, бежим. Быстрее. Да бегу. Сюда, там. Там вроде нет воды. А ты поближе подойди. Но тут же все сухо. Выпущу-ка, одна вечеринка закончится. Ники, это не смешно. Ники, ты пожалеешь об этом? А тут ничего так. Я ожидала худшего. Ага, я тоже. А это что такое? В прошлый раз этого не было. Осторожней. Это очень дорого стоит. И этого не было. Осторожней, пожалуйста. А что за ваза? Тяжелая. Пожалуйста, поставь на место. А что ты нам все запрещаешь? Это папины вещи. Он не разрешает их трогать. Чё? Папа ей не разрешает. Идем отсюда. Здесь крутой вечеринка и не пахнет. Ага. Кстати, я это пошутила. Это пранк такой. А, так бы и сказала. А то я уже и решил, что ты правда лузерша. Я? Нет. Может, хватит болтать уже и зажжем наконец-то? Да! Ей, вот такие вечеринки я люблю. У-ху! Рэй, идем. Куда? Тут же весело. Ю-ху! Чего? Забыл про наш план? А, точняк, план! Идем! Так, и что мы будем делать? Испортим шмотки этой зануде. Класс! Ну, посмотрим. О, так это же ее любимое платье. Его первым и порежем. Ну, Дрейк, мне еще долго держать. Приветик! Бежим! Как Хагивай здесь оказался? Не знаю, но нам надо спрятаться. Сюда! Ну, наконец-то! Марлон Глаз! Валим из этого дома! Странные дети какие-то. Она все-таки устроила вечеринку. Сейчас ты получишь, Ники. Да, вот это твист! Главное, чтобы папа не испортил. Не парьтесь, никто не помешает. У-ху! Эй, а где музыка? Вечеринка окончена. А-а-а, Мами Лонглэкс! Не бойтесь, это моя няня. Девочки, послушайте. Бежим. Блин, ты мне все испортила. Я? Да ты знаешь, что бы я с тобой сделала, будь я злая. Ну, тебе повезло. Я добрая. Класс, тогда я пойду? Нет, дорогуша, теперь я буду водить тебя в школу и забирать за ручку. Нет, со мной же никто не будет дружить. Раньше надо было думать, а теперь марш в комнату. Да пожалуйста. Ну не грусти, чего ты? Я лузерша. О, съешь пончик. Для тебя припрятал. Я не хочу, спасибо. Ну как тебе развеселить? Смотри! Ну как? Ага, круто. А если так? Что, тоже не смешно? Не-а.
Я не поняла, ты почему уроки не делаешь? Отстань! Дай сюда телефон! Вот и все. И что это за пароль? Убери это с моего телефона! Вот когда сделаешь домашку, тогда и уберу. Ай, пофиг! И без телефона обойдусь. Ты куда? Няня же сказала. Мне все равно, что она сказала. Я гулять. Капец, вот это Ники распранканула. Ага. И как она вообще до такого додумалась? Опозорила нас этим своим хаги-ваги. Надо ей отомстить. Согласен. Но как? О, ты сделаешь вид, что она тебе нравится. Начнешь с ней встречаться, а потом мы опозорим ее. Точняк. И тем более, она давно в меня влюблена. А вот и она. Погнали. Да как ты мог так поступить со мной? А я не виноват, что ты такая глупая и высокомерная. Да как ты со мной разговариваешь? Ты же мой парень. Я тебя бросаю. Мне нравится Ники. Вот и вали к ней. Вот и пойду. Ники, я так рад тебя видеть. Привет, Дрейк. Я тут услышала, что ты и я и... Это правда, Ники. Ты мне нравишься. Офигеть, ты мне тоже. Может, сходим вечером на свидание? Свидание? Конечно, я согласна. Тогда до вечера. Самые красивые цветочки для самой красивой девушки. Надеюсь, хоть это ее обрадует. И она полюбит меня, как я ее. Йо-хо! Я самая счастливая девушка на свете! Я так рад, что у тебя хорошее настроение. А знаешь почему? Дрейк пригласил меня на свидание. Йо-хо! Дрейк? Это тот самый, который издевался над тобой? Это все из-за Тины было. Теперь они расстались, и Дрейк признался мне в любви. Йо-хоу! Ясно. Ты что, не рад за меня? Рад, конечно. Ну, вот и отлично. Так, нужно собраться на свидание, но сначала в душ. Дрейк и я теперь вместе. Да уж. И на что я надеялся? Никто не полюбит такого монстра, как я. Вау, ты восхитительно выглядишь. Спасибо. Интересно, как я раньше не замечал, что ты такая красивая? Да ладно тебе, я же не супермодель. Ни одна супермодель с тобой рядом не стояла. Ты совершенство. Дрейк, я... Не надо слов. Офигеть! Вот это кринж! Ники поцеловала какашку! А я еще это все засняла! Вы, зачем вы так? Ты правда думала, что я буду встречаться с такой, как ты? Тебе еще повезло, что это резиновое, а не настоящее. Тебе кто разрешал уходить? Пусти! Вы посмотрите на это! Она даже фотку своей няньки носит! Ну, привет, детишки! Мы тебя не боимся! Да! И очень зря. Скажите, сыр? Не боятся они? Это худший день моей жизни! Не все так плохо! Все плохо! Меня никто не любит! Ну как это никто? А я? Что? Ты хочешь сказать, что меня любишь? Ну да. Это так мило. Вот только, если б ты был человеком, мы могли бы быть вместе. Офигеть, я, как я... Ты стал человеком!
Ура! Теперь я смогу ходить с тобой в школу! И я наконец-то разберусь с твоими одноклассниками, и они больше не посмеют тебя обижать! Уже ни с кем не нужно разбираться. Как это? Смотрите сами. Теперь они оттуда уже никогда не выйдут. Ура!